Мы считаем, что очень важно, чтобы в общественном поле в ближайшие годы звучала тематика святого князя Владимира, цивилизационный выбор которого 10 веков назад создал российскую государственность. Одно из важных направлений нашей деятельности – это поддержка и защита традиционных, духовных, нравственных и патриотических ценностей. И, конечно же, в этом смысле гармонизация межнациональных и межрелигиозных отношений является также одним из приоритетных наших направлений. Мы давно работаем в этой сфере, сотрудничаем с комиссией по вопросам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений при президенте России. Я думаю, что у нас есть очень большой и очень интересный опыт, который мы могли бы развить на базе общественной палаты. Одним из стратегических направлений нашей работы сегодня является поддержка Дальнего Востока, жителей Дальнего Востока, дальневосточных регионов России. Сегодня, к сожалению, очень много проблем существует на Дальнем Востоке. Это и засилие различных иностранных сект, это и отток населения, и демографические проблемы, это и проблемы с низким уровнем рождаемости, низким уровнем жизни людей, и отсутствие серьезных региональных инициатив для развития предпринимательской деятельности. Мы считаем, что очень важно привлечь внимание как властей, так и гражданского общества к этой проблематике с целью разрешения данных проблем. Спасибо за внимание.